Ну, теперь о Рыбинске. Меня вот сегодня уже спросили, ваша вот эта молоденькая очаровательная блогер вот спросила, где вот мы жили. Я говорю, мы жили в доме на проспекте Ленина, дом 137, прямо напротив гостиницы «Рыбинск». Но если вы помните, кто помнит то время, там был прямо вот целый такой букет дворов и одна колонка на улице Чекалова. И туда все ходили за водой, там новостями обменивались, там все там происходило, в общем. Вот. Но мужчины моего возраста, если чуть постарше, помнят еще те времена, когда не только районы иногда враждовали между собой, а доходило дело до дворов. Вот. И когда враждовал двор на двор, то тут за водой сходить уже было сложно, потому что могли эти воду вот у тебя отнять и куда-то вылить. Хорошо, если не валенок зимой. И я придумал носить воду по крышам там, гаражей и сараек, в общем. Сквозь дворы будет с полкилометра, а по крышам гаражей вдвое меньше путь. Ноги в руки, ветер звон, разлетелся по ветру. Мама, ты мне не указ, сам я как-нибудь. Лет уже мне не шути, 10 с половиной, и меня девчонка ждет в золотом окне. У нее квартира есть, кооперативная, там тепло, вода и свет, я женюсь на ней. Пропусти меня к воде, кровля раскаленная, пропусти меня скорей, у меня свой форс. Пусть другие ноги бьют целых полкилометра, например, отличница, жалко длинный нос. Родная, на-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 
снится мне с ней не рожать. Обзывает иногда рот мой хлеборезкою, я за это ей под дверь подложу ужа. Уж был заспиртованным, тух на все каникулы. Крыша, будь ты проклята, я сейчас сгорю. А еще недавно я продырявил циркулем для пера индейского сам себе ноздрю. Машет мне мое окно в спину занавескою. Через двор заводит песни старая пила. У колонки бабушка на расправу резкая тычет мне в глаза ужом, все-таки нашла. С той поры колоночной четверть века минула. Четверть века не шути, как дворов уж нет. Лишь колонка да окно кооперативное, и девчонки в том окне тоже 10 лет. Но мы разъехались, стали мы не местными. Только мне все кажется, что поет пила. Только жаль, что бабушка на расправу резкая переезд в высотный дом не перенесла. До колонки сквозь дворы будет с полкилометра, а по крышам гаражей речнисиха нет. Отчего же ведер звон все летает по ветру, и девчонке 10 лет в золотом окне. На-н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 а-